Так, дорогие друзья, все, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Пока все входят, значит, сразу говорю, что давайте, кто еще не подписан на страницу, обязательно надо подписаться на страницу, поставить колокольчик, чтобы были уведомления, что вот урок начался, все, чтобы не опаздывать. И, в принципе, давайте как-то развивать вообще страницу Ваикра, потому что, ну, надо развивать страницу Ваикра, это... И возвал Бог, то есть мы должны как бы быть рупором прогрессивного человечества. То есть мы рупор прогрессивного человечества. Поэтому давайте делитесь страницей, приглашайте на нее друзей. То есть давайте на ней сделаем такой прям конкретный movement, движение, свет. Учение свет, не учение, чуть свет на работу. Все. Хорошо, дорогие друзья. Все, мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, высшая мудрость, 17 глава, 23 отрывок. И предыдущий отрывок, 22, он, кстати, вообще, я хочу еще раз с него начать, я, наверное, буду каждый урок с него начинать, с 22 отрывка 17 главы, это чем мы в тот раз закончили. 22 отрывок звучал так. Лев самеах итав га. Значит, сердце веселое, оно удобряет тело. То есть оно делает тело добрым, здоровым. В руах НКА и как бы прибитый дух, да, то есть депрессивный дух такой, да, он тебеш гарем, он сушит кости. То есть, в принципе, как бы основным критерием того, насколько человек правильно живет и насколько он... Ну, уберем слово правильно. Основным критерием вообще, вот я сейчас вспоминаю, там, Рав Ицхак Зильбер, Зихроноце Диклевраха, он был для меня олицетворением Торы, он был для меня олицетворением вообще близости к Богу, да. Так он был всегда веселый, то есть его главное качество, он был всегда сияющий и веселый. То есть если человек религиозный по-настоящему, он не может быть грустным, он не может быть прибитым таким, да, почему? Во-первых, он знает, что Бог его любит, и Бог его везде, ну, то есть он ждет только хорошего. Когда Рав Зильбера спрашивали, как он в тюрьме, например, да, он 3 года был в тюрьме, и как он вообще не боялся, и как вообще, вот, ну, какие у него мысли были. Он говорит, а я ждал, что это в любой момент должно закончиться. Я всю свою жизнь верил, что я буду в Израиле, что я буду, что вот сейчас придет Машиах. Мне даже по ночам снилось, что я иду по улицам Иерусалима. То есть, когда человек верующий по-настоящему, он верит, что Бог вот-вот сделает ему хорошо. То есть, и даже если ему сейчас нехорошо, он думает, что это хорошо, потому что Бог таким образом делает ему хорошо, и ему, может быть, кажется, что это нехорошо. То есть, это как бы главная суть по-настоящему религиозного верующего человека. И тем более он верит, что у него впереди вечная жизнь, улам аба, вечный кайф. То есть, когда описывают кайф от вечного вот этого улам аба, грядущего мира, от следующего этапа, говорят, что если взять все удовольствие человека, которое он получает за жизнь, вот за жизнь, и спрессовать в одну каплю, и представьте, да, вот все удовольствие, там, ну, каждый день он получает немного этого серотонина, гормона удовольствия. Мы берем его за всю жизнь, собираем стакан этого серотонина, допустим. Потом мы собираем серотонин со всех 7,5 миллиардов людей. Ну, получился там цистерна такая, да, удовольствие. Потом мы собираем этот серотонин, гормон удовольствия этого со всего человечества за всю историю, представьте. И концентрируем это, высушиваем и сжимаем в порошочек такой, да. И вот если мы вдыхаем чуть-чуть этого порошочка, то это не сравнится... Это удовольствие всего человечества за всю историю. Не сравнится с запахом от удовольствия от Олам Аба, от грядущего мира. То есть все удовольствие человечества не сравнится с одним вот просто глазком туда глянуть, какой там будет кайф. Представляете? И человек религиозный, он когда знает, что у него вот-вот, вот, ну как Рав Шах, когда он в любой момент его, ну вообще, он говорит, вы знаете, говорит, вот почему я ничего не боюсь, да? Потому что я в любой момент готов уйти туда. Я, говорит, готов, у меня ничего нет, у меня ничего здесь не держит. Я знаю, что этот весь мир – это иллюзия. И я в любой момент готов перейти, сделать вот этот шаг, переход в другую сторону. Он 107 лет, правда, жил, Рав Шах. Но его был подход вот такой, да? И по-настоящему верующий человек, который верит, да? У него такой подход. И вот поэтому 22 отрывок 17 главы, он говорит, что вот такое сердце веселое, да, у которого у человека веселое сердце – оно оживляет, оно дает добро телу, то есть он и здоровый.
Тогда у него иммунитет хороший. Рамзильбер 3 года в лагере, он не ел ни кошерно. Он только пил чаек, ел хлебушек. Все. То есть 3 года он выдержал. На Песах он ел одну картошку, даже без хлеба и так далее. То есть 3 года он выдержал водоносом и бегал там по 30-40 километров в день с ведрами. То есть веселое сердце дает человеку силу. Дух, когда человек депрессивный, падает иммунитет, он начинает болеть, начинаются все болезни. Все это психосоматика. То есть это вот 22-й отрывок. Поэтому будем веселыми. Я сейчас вспоминаю, когда перед Беркат Амазоном, перед благословением после еды, говорят такая песня «Шира Маалот», песня восхождения. Это из псалмов такая песня есть. И там есть такие слова очень интересные, да? Там есть такие слова, что вот, вот тогда скажут народы, великие дела Бог сделал с ними. То есть народы скажут про евреев, что вот смотрите, посмотрите на их историю, она доказывает, что есть Бог. Великие дела Бог сделал с ними. Тогда евреи скажут, великие дела Бог сделал с нами. А почему? И там есть такие слова, аину смехим, были мы радостные. Потому что мы все время были радостны, мы все время верили, что все будет хорошо. То есть вот эта радость, она является ключом к, ну, вообще ко всем остальным дверям в мире. Все, поэтому будем радостны. Саша Хомяков с нами, все, уже есть повод для радости. И Фаина Фая, вообще очень хорошо. Все, теперь 24-й отрывок, мы продолжаем очень... 23-й отрывок, мы продолжаем тему взяток. Царь Соломон, он... Это очень еврейская тема такая, взятки, да. То есть в Торе она занимает очень, ну, такое, ну, достаточно важное место, потому что, например, Яаков, Исраэль, да, Яаков, когда возвращался, он Исаву давал взятки, да, давал взятки. То есть взятка – это такая вещь, которая, ну, она присутствует в мире. Теперь в 8-м отрывке нам сказали про взятку следующее. 17 глава, 8 отрывок, давайте вернемся. Там написано так. «Эвен хен шохат бейней баалав». «Как драгоценный камень, взятка в глазах хозяина, у которого она есть». То есть она как драгоценный камень, это взятка. «Эль коль ашер ифне яскиль». «Все, куда она его поворачивает, он умудрится себе объяснить». То есть это здесь в 8 отрывке нам показали, как работает взятка. Взятка подкупает разум. И в этот момент человек, который получил взятку, ему она так приятна, что он готов, ну, его мышление идет туда, куда его ведет взятка. Поэтому, когда человек хочет получить какое-то удовольствие, если нельзя, но хочется, то есть вот это вот, ну, хочется, он надеется получить удовольствие, то можно. Его разум, он эту взятку получив, ему объяснит, что это можно. Понятно, да? Теперь это был 8 отрывок. Теперь, но почему-то написано в 23 отрывке, который мы сейчас изучаем. В 23 отрывке написано так. «Взятка из-за пазухи злодея, взятая, леотот архот мишпат». Она поворачивает пути суда, пути правосудия. То есть, и говорится это в негативном ключе, да, что взятка, которую берет судья у злодея, она искривляет и извращает пути правосудия. То есть тут получается взятка взятки рознь. Бывает взятка позитивная, как в этом мире все как бы идет за целью. Бывает взятка позитивная. Например, там один судья, ему дали взятку, двое подсудимых, да? А один и второй, вот они судились, дали ему взятку. Один дал больше, второй меньше. Судья, значит, он что сделал? Он вернул тому, кто дал больше, часть его взятки, чтобы они дали одинаково, и судил честно. Это хорошая взятка, то есть это нормальная, понятная взятка, да. Бывает наоборот, что пришел Рабинович в суд, и он был прав там на 100% со всеми делами, и он дает судье взятку. Почему он дает судье взятку? Чтобы судили честно, потому что судья был там, ну, антисемит, он настроил был негативно. Он этой взяткой вернул суд в нормальное состояние. То есть это тоже позитивная взятка. Бывает интересная тоже история насчет взяток. Один тоже был, ну, суд, и там Рабиновича тоже он с кем-то судился. И он адвокату говорит своему, слушайте, а давайте судье дадим взятку, ну и все. То есть я же все равно в этом деле прав. Ну так, давайте дадим взятку, чтобы, ну, быстрее решить вопрос. Судья говорит, вы что, ни в коем случае вообще там, ну, этот судья, он честный, если ему дать взятку, он просто там вообще вас разорвет на части.
Рабинович говорит, что действительно так, он говорит, ну, это про него все это знают, что если ему дать взятку, то все, это он прямо разорвет. Рабинович говорит, ну, отлично, хорошо. Значит, на следующий день судья, значит, начинает заседание судья, он в ярости, значит, все, в общем, поднимает вторую сторону, на вторую сторону орет, там, в общем, все, и суд решается в пользу Рабиновича. И Рабинович адвокату говорит, видите, говорит, я все-таки взяточку ему дал. Тот говорит, да нет, не может быть, он же не берет взятки. Он говорит, ну я ему дал взятку, а подпись поставил от имени второй стороны. Понятно, да? То есть он ему послал подпись от второй стороны. Значит, это все были шутки шутками. Но по факту, если человек дает взятку даже своему ецер ара, своему злому началу, дает взятку, но с целью позитивной, например, человек любит кофе, ну, к примеру, и он хочет кофе, он любит кофе, но ему надо сделать что-то правильное, но неприятное. Его ецер ара, лень его, да, злое начало внутри, оно ему говорит, ну, не делай, отложи. Он может использовать кофе как взятку для борьбы со своим же злым началом. Он говорит, вот сейчас я это дело сделаю, сделал дело, гуляй смело. И он откладывает вот эти удовольствия на потом, после. То есть он использует свое злое начало, взятку, для того, чтобы вести себя же в правильном направлении. Иногда бывает, что детей подкупают взяткой для того, чтобы заставить их делать правильные вещи. Потому что написано, что вначале ребенок учит Тору за взятки. То есть Рамбам говорит, ребенку надо давать там орешки, конфеты, вкусные вещи. Молодой парень, чтобы он учил Тору, ему нужно давать одежду, деньги там, и так далее. Там уже человек в более зрелом возрасте, ему нужно давать почет и славу. То есть нужно взяткой вести себя в хорошем направлении. Тогда взятка разрешена. Если взятка идет для того, чтобы сделать злое дело, тогда взятка запрещена. Вот это то, что видно из 23-го отрывка нам. Теперь дальше. 24-й отрывок. 24-й отрывок, царь Соломон говорит следующую вещь. «Этпней мевин хахма вейне ксиль бекце орец». Тоже очень практичный такой отрывок. Значит, написано, что на лице понимающего... Человек, понимающий, это мевин, это тот, у кого есть логика, он понимает вещь из вещи. То есть он уже, как мы, вот мы в Мишле учим притчи, мы уже начинаем понимать суть вещей, глубину вещей. И вот человек, мевин, понимающий, он, написано, у него на лице хахма, у него на лице мудрость. На лице или перед лицом мудрость. А эней ксиль, а глаза грешника, который грешит по вожделению, они... Где они? Бекце арец. Они на краю земли. Что это значит вообще? Объясняет Малбим так. Человек, который понимающий уже, да, понимает, как все устроено, как все работает, он понимает, что в принципе, по большому счету, ничего, кроме вот той реальности, в которой он в данный момент находится, не существует. То есть все остальное, вот то, что он сейчас видит, ощущает, может потрогать, вот здесь и сейчас, это реальность. И, в принципе, он все, что ему нужно в жизни, он может вытащить из этой реальности. Как говорится, кто хахам, кто мудрец, в Пирке вот говорится, тот, кто учится от любого человека. Это называется такой мудрец. То есть человек понимающий, он говорит, секундочку, я, в принципе, все, что мне для жизни нужно, и важного, и интересного, и нужного, я все это могу получить там, где я есть. Там, где я есть, здесь. Теперь, как работает вот этот грешник по вожделению? Главная вещь, которая заставляет человека грешить, это его воображение, сила воображения. То есть и грешник вот этот, который, почему он грешит? Он все время думает, вот, я что-то теряю, наверное, где-то там, вот если я поеду сейчас туда, там будет лучше, а может будет лучше там, а может будет лучше там. А то, что у меня сейчас есть, это плохо, а вот у Васи, у Пети, там у него хорошо, включает зависть, сам же в себе включает зависть. А вот когда, например, там, через год, через... вот если бы, например, вот сейчас выборы пройдут, и он себе придумывает какие-то вещи, он почему-то он считает, что мудрость есть где-то в Индии, там, да, как Стив Джобс поехал в свое время искать мудрость в Индию. И вот он ехал, приехал в эту Индию, там, 2 месяца он лез в какие-то горы, нашел какого-то там гуру, который типа был гуру, посмотрел на этого гуру и говорит, ну, капец вообще, да. И вернулся обратно в Америку, и в Америке нашел себе какого-то там
ну, кого-то он себе тоже нашел, который научил его медитировать, и он начал искать мудрость внутри себя, в, ну, как бы вокруг себя, внутри себя. То есть мудрость, она не за 3-9 земель, она... Или ты ее ищешь и находишь в себе, или ее ты не находишь. И вот это то, что нам в 24-м отрывке сказали, что на лице или перед лицом у мудрого, понимающего хохма. То есть тот, кто понимает вещь из вещи, тот, кто умеет разбираться, он найдет мудрость рядом с собой. Тот, кто не понимает, он будет все время думать, что она где-то на краю света. А, хорошо. Ну и нужно четко понимать, вот самое главное такое, ну как бы простая вещь, это умение разделять между реальностью и идеями, размышлениями, воображением и так далее. Вот как только человек вот эту простую границу у себя установил, оп, он стал нормальным. Потому что большинство людей живет в мире иллюзий, думая, что эти иллюзии это правда. Они верят телевизору, они верят комментаторам, они верят слухам, они верят ученым, они верят... книгам, они верят своим предположениям, ну, то есть они верят всему чему угодно, но все, все, во что они верят, это иллюзия. И только когда человек понимает, что все, во что я верю, это иллюзия, он в этот момент выходит в мир реальности. И тогда он начинает выбирать между иллюзорными мыслями, он начинает их выстраивать в некую систему, которая ему позволяет пройти свой жизненный путь максимально эффективно. И дальше, если человек уже нормальный, он понимает, а если я ничего не знаю, все равно, что будет дальше. Если мне неизвестно, ну, ничего, кроме того, что я вижу сейчас, конкретно в реальности, а все остальное это иллюзия, так, тогда у меня есть вариант, как мне выстроить иллюзию. Или я выстраиваю иллюзию, при которой у меня в прошлом обезьяна, у меня в будущем могила. Это один вариант выстраивания, как бы, концепции, где я живу. Или он говорит, если все равно иллюзия, вопрос веры, значит, у меня... Сзади у меня Бог и первый человек, которого Бог создал. Себя я представляю, что я не обезьяна образованная, а я, значит, божественная душа, там, которая соединена с Богом. А впереди у меня что? Вечная жизнь, впереди у меня удовольствия невероятные и так далее. Так ему скажешь, а это же иллюзия. Да, это иллюзия. Все, что ты думаешь о будущем, это иллюзия. Только я живу в иллюзии, которая дает мне радость, а ты живешь в иллюзии, которая дает тебе грусть и страх. Вот разница между иллюзиями. Понятно. Но все равно все иллюзия. Теперь дальше. И дальше нам приходит очень интересный отрывок. Следующий, 25-й отрывок, он звучит так. Значит, «Каас ле авив бен ксиль умемер и ле йолато». Значит, на английском гнев для пап... Сейчас, вот тут есть внизу на английском перевод так. «A stupid son is vexation for his father». В общем, смысл в чем? Гнев для папы – сын грешник. И расстройство такое, да, и здесь даже написано «боль в сердце для мамы, которая родила его». Значит, здесь нас перебрасывает царь Соломон. Интересно, что притчи так устроены, что иногда каждый отдельный отрывок, он касается какого-то аспекта одного, и этот отрывок, он как бы является законченным. Иногда какой-то объект разбирается двумя и даже иногда тремя отрывками, они соединены по смыслу в одно целое. Вот тут нас сейчас бросило вообще почему-то в семейные взаимоотношения. То есть он как бы перешел вдруг на семейную тему. Гуламзда. Да, 25-й отрывок. Значит, когда сын, он становится грешником, то отец, он как бы от этого гневается. И что? И он тогда начинает ругаться с мамой. Он начинает ругаться с мамой, потому что, ну, как бы он думает, что это мама виновата. И получается, глупый сын досада отцу и огорчение для матери своей, вот подсказывает Людмила, так перевели на русский. Ну, вот, как бы тут есть слово гнев, даже не досада, а гнев для отца. Теперь и глупый, здесь приводится слово глупость, но по факту ксиль это и глупый, и грешник, потому что... Написано в Талмуде, что человек грешит только, если в него вселился дух глупости. Потому что грех, отдаление от Бога, человек может это сделать только, если он глупый. То есть, если его... Что такое глупый? Глупый, если он не понимает, как правильно, он действует неправильно.
И глупость приводит к греху. То есть, поэтому, ну, в принципе, я всегда перевожу слово «ксиль» не «глупый», а «грешный». Ну, потому что глупость приводит к греху. Но нас интересует, чтобы не делать грех. Теперь, как бы, что отсюда можно выучить для себя практичного, что ложка дегтя, она портит бочку меда, что бывает иногда, что какая-то негативная одна деталь в отношениях между мужем и женой, например, да, она может разрушить полностью всю гармонию. И точно так же в жизни человека, это в Каэлите мы тоже это учили, что одна какая-то вот, если деталь есть, там один, по-моему, написано, гнилой какой-то комар в бочке с медом или в бочке масла, которое масло помазания было, да, он портит всю эту бочку. То есть одна негативная вещь, она может, мысль, вещь, слово, оно может испортить очень много всего хорошего. Поэтому нужно остерегаться. Ну, и в принципе, здесь есть еще Раша, он говорит, что это такой комментатор есть Раша, он говорит, что этот пасук, он относится вообще, в принципе, глобально к еврейскому народу и к человеку, да, что Авив это отец, это Бог, и он гневается на своего сына, если сын грешит, и это тогда идет как бы груз сердца, это идет для матери его. То есть есть еврейский народ, который должен быть народ священников. Бог сказал, что вы мамлехет куаним, вы гой кадош. То есть вы царство священников, вы святой народ. И вы обязаны, рабы вы для Бога, сыновья вы для Бога. То есть вы должны заниматься, ну, быть священниками, да? То есть заниматься только, быть чистыми на 100%. Вот вам система, учите, соблюдайте, делайте. Если нет, то Бог начинает гневаться, и расстройство для матери, то есть если один-два еврея начинают грешить, то идет раздача на весь еврейский народ. То есть это такая вот удивительная вещь, и это можно легко проследить, потому что если, например, ну там, человек любой национальности делает преступление, то говорят, этот человек сделал преступление. Если еврей делает преступление, говорят, вот евреи, опять эти евреи сделали преступление. То есть не говорится, что он сделал преступление. Это когда-то было на одном суде, ну, бывает, самые главные враги евреев, это евреи, которые ушли от евреев и, ну, выступают против евреев. Был такой Тарквимада, который инквизиция, ну, и так далее. Вот был один такой еврей, который там во времена христианства такого воинственного, он перешел в христианство и говорит, смотрите, что у них в Талмуде написано. Написано, что сказал Раби Шимон бар Йохай, «Атем круим адам», «Вэну мота улам круим адам». Значит, вы называетесь человек, а народы мира не называются человек. Вот что они пишут. Значит, вызвали там раввина и говорят, а ну-ка объясните нам, пожалуйста, что это вы, как это так, вы называетесь человек, а народы мира не называетесь человек. Он говорит, ну правильно говорит, вот посмотрите. Если еврей, что здесь человек идет в едином роде, да, ну, в единственном числе. Народы мира не называются человек, потому что нельзя их объединить, народы мира, в одного. Каждый народ по отдельности, каждый человек внутри народа, он тоже по отдельности. То есть попробуй там, ну сейчас, кстати, интересно, сейчас начали также против русских выступать в западном мире. Начали тоже, кто-то сделал преступление, вот русские сделали преступление. Ну, то есть, идет как бы тоже обобщение такое. Но против евреев обобщение было всегда, есть и будет всегда, да? То есть, если еврей что-то сделал, вы евреи вот такие. Это можно вот прямо проследить в любом разговоре, в любой стране мира, на любую тему. Понятно? Как в советское время, когда была война 67-го года, в метро один там хулиган избил еврея, значит, и его когда спрашивают, как, он говорит, ну, открываю, значит, телевизор с утра, смотрю, они уже там на Синае, через 2 часа они уже подошли там к Египту уже, к этому самому, к Александрии, захожу в метро, смотрю, они уже здесь, значит, и я в защиту как бы его избил. Ну, то есть, как бы защищал Египет от нашествия евреев, да. Хорошо.
Теперь вот сейчас три отрывка, и мы закончим 17 главу. Следующие три отрывка идут вместе, потому что если они не идут вместе, вообще непонятно, как их соединить. Хотя, опять же, есть комментаторы, которые по-разному это комментируют. Но вот Малбим, он их всех соединил в один кусок, а есть другой комментатор Мицудат Давид, он объясняет их по отдельности. Значит, смотрите, 26 отрывок звучит так. Также наказание для цадика нехорошо. Также наказание для праведника нехорошо, написано. Леакот недивим альёшер. И бить людей благородных за их честность и за прямоту. Дословно отрывок. Также наказание для праведника нехорошо, как битьё прямых честных людей за их честность. Ну, как понять это? Ну, понятно, что нехорошо праведника наказывать, да? Но есть же праведник, которому плохо. То есть это главный вопрос, который нерелигиозный человек или человек, который сомневающийся. Он говорит, секундочку, а вот ты говоришь, что надо служить Богу и соблюдать заповеди. Да, да, хорошо. А вот посмотри, человек, например, служил. Вот у нас сейчас там в синагоге двое ребят, там парень молодой и девушка умерли в течение последних 2 месяцев. Да? Умерли, у нее остался ребенок 5 лет. Маленький мальчик, да, у него осталось 3 детей вообще, да, молодой мужчина, там, отец 3 детей, религиозные были, ходили в синагогу, все, и ты говоришь там с экрана, что надо соблюдать заповеди, что тот, кто соблюдает, он молодец, ему все будет хорошо, и Бог дает награду, и все, а посмотри, за 1,5 миллиона детей катастрофа 70 лет назад, и что ты скажешь на это, да, то есть 1,5 миллиона детей евреев живыми там бросали в ямы, закапывали, расстреливали, все. Что на это ответить? И вот это вот как раз 26 отрывок, он говорит об этом, что как же так? Это как бы вопрос к Богу, да, что наказывать цадика нехорошо, и бить прямых и честных и праведных – это плохо. Это как бы, Малбим говорит, что это вопрос на Бога, который останавливает человека, который возникает у любого человека, который задумывается по поводу вопроса религии, быть религиозным, не быть религиозным, соблюдать заповеди, верить во всю эту систему, не верить в эту систему. Теперь... У Моше Рабейну был, даже у Моисея, Моше Рабейну, когда он получал Тору, был вопрос к Богу, почему есть цадик, которому хорошо, есть праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо. И есть злодей, которому хорошо, и есть злодей, которому плохо. И есть там целый на этот счет такой разбор в Талмуде, разбирается на листе, что Бог ему ответил, и так ли он ему... То есть, теперь смотрите, если идти по объяснению Малбима, то в Мишле в 27 и в 28 отрывке дается ответ на этот вопрос. 27 отрывок такой. Хошек амарав юдеда. Икар руах иштвуна. Значит, он говорит, что это перевод какой? Тот, кто знает, у кого есть четкое познание, да, он затемняет свои слова. То есть он как бы удерживает, переведено. Он удерживает свои слова. Тот, кто знающий, он удерживает свои слова. Якар руах это якер, как бы хладнокровный человек, у которого есть логика и глубина понимания. Значит, что это за ответ такой, да? Значит, вот смотрите, я вам сейчас этот ответ переведу как бы в чуть другой стороне. Есть история известная в Талмуде, когда был римский император один, и он, значит, прочитал Тору. И в Торе написано, что сыновья Якова, 10 сыновей, они решили своего брата родного Йосефа убить. И они его, когда он пришел, отец его послал узнать, как у них дела, они его схватили и бросили в яму со скорпионами и со змеями. А потом они его вытащили из ямы и продали его медианам, а те продали египтянам, и он в рабство ушел в Египет.
А потом, если в Торе прям написана вся эта история, в Египте через 12 лет он отсидел в тюрьме по ложному обвинению. Опять же, тоже вопрос. Он был цадик, праведник, ничего плохого не делал. И на 12 лет Бог его отправил в тюрьму, а потом из тюрьмы его вытащил фараон и сделал премьер-министром в Египте. Вот рассказывается прям в Торе такая история, как невинный 16-летний парень по решению своих родных братьев, и они его хотели убить, потом они его продали, потом он отсидел 12 лет в тюрьме по ложному обвинению, а потом становится премьер-министром в Египте. Это нам Бог показывает, как работает мир, прям конкретно показывает, вот вам схема, посмотрите на нее. Теперь, значит, этот римский император прочитал эту историю, и он зовет, значит, евреев, мудрецов. Самых 10 было мудрецов того поколения. И говорит, смотрите, вот у вас дальше в Торе написано, что тот, кто украл человека и продал его, тому положена смертная казнь. А вы утверждаете, что эти 10 братьев были праведники? Значит, ответьте мне на вопрос, противоречие. Они его украли? Украли. Продали в рабство? Продали. Положена смертная казнь? Положена. Если вы мне не объясните, как это все работает, и как они после этого считаются праведниками, я вас убью. Он этих 10 мудрецов, так их. Они, значит, написано, они собрались, эти 10 мудрецов. Среди них был первосвященник Раби Ишмаэль. И он, так как он мог заходить в святая святых, и он мог прямо заходить туда, где Бог, он говорит, сейчас я узнаю, как вообще, ну, за что. Потому что у них вообще, они-то вообще при чем здесь? А при чем они, знаете, это как... Ну, через там, после этой истории 1500 лет, они при чем? Они вообще что, делали что-то плохого? Ничего не делали. Великие праведники, мудрецы. Значит, Раби Ишмаэль поднялся на небо, возвращается, и им говорит, вы знаете, постановление вынесено насчет нас. Значит, все, принимаем в суд небес. Значит, они говорят этому, ничего мы тебе ответить не можем, значит, все делай, что хочешь. Он говорит, ну я тогда вас казню вместо этих братьев. И их всех 10 идет страшная казнь, одного за другим казнят страшной смертью. Значит, один из них, это был самый, ну считается, самый великий мудрец за всю историю, один из самых великих, это Раби Акива. И Раби Акива, его казнили казнью, значит, его разрывали такими металлическими крючьями, его разрывали на части, прям такими вот крючьями металлическими. Теперь в Талмуде эта история рассказывается, она рассказывается в разных местах, и рассказывается, что в это время на небе ангелы спрашивают у Бога, это Тора и это награда за Тору, то есть это человек, который всю жизнь отдал на то, чтобы изучать Тору, служить тебе, распространять Тору, и у него вот такая ему награда, это спросили ангелы у Бога. Написано, Бог им говорит, молчите, или я сейчас разрушу мир. Вот так вот им ответил он. Теперь в Талмуде рассказывается другая сторона. На земле стоят ученики Раби Акивы, которых он учил, и которых римляне тогда приказали, что они сказали, что кто будет обучать Торе, тому будет там в тюрьму посадят. И Раби Акива, он продолжал их обучать. Там, ну, то есть он был полностью самоотверженный такой. И его ученики стоят, его казнят. Они ему говорят, это Тора, это награда за Тору. Раби Акива ему говорит, молчите, говорит, я всю жизнь об этом мечтал. Я, говорит, написано в Шма Исраэль, что будь готов отдать за Бога свою душу. Так я, ну, нельзя же было умереть за Бога. А тут я, говорит, повезло так, что меня убивают за веру в Бога. Так я, говорит, вообще всю жизнь об этом мечтал. И он говорит, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, и Наде ушла его душа в небо. Ну, вообще непонятно. То есть, ну, как бы с точки зрения рационального мышления, логики обычного человека, вообще все непонятно. Теперь, значит, отвечает Магид из Дубна, отвечает на этот вопрос историей. Он говорит, что Бог ответил ангелам, вначале надо понять. Он им говорит, молчите, или я разрушу мир. Он им говорит, послушайте, говорит, ангелы. И Магид из Дубна объясняет его ответ. Был царь, у которого был портной, который ему шил одежду. И этот царь купил золотую ткань и дал этому портному, чтобы он пошил ему костюм. Портной пошил ему костюм, царь выходит в золотом костюме. Его придворные говорят, о, смотри, как костюм такой, ну, костюм
неплохой, красивый костюм. Очень вам идет, царь, вообще идет идеально к вам, сидит прям вообще, красота такая невероятная. Но, говорят они, вот не можем мы прямо промолчать, царь, потому что вот этот портной ворюга вообще, он же столько украл этой ткани золотой, просто, говорит, вообще, ну, просто мы не можем промолчать. Царь вызывает портного, говорит, есть мнение, что ты украл ткань. Портной говорит, я вам сейчас могу сразу доказать, что я ее не крал. Говорит, мне нужно для этого, чтобы вы сняли костюм. Я этот костюм распорю сейчас на кусочки и сложу его в кусок, в цельный кусок. И мы возьмем тот пакетик, который я дал вам вместе с костюмом, вытащим из него обрезки ткани и приложим эти кусочки. И вы увидите опять тот же кусок того же размера полностью, как было, так и есть. То есть я вам легко могу доказать. Теперь Бог ангелам отвечает так. Он говорит, если вы хотите увидеть, почему все это произошло, то тогда мне нужно разрушить мир и начать сначала, чтобы вы увидели всю систему. Это был ответ по Магиду из Дубна. То есть он им ответил, не то, что он им рот заткнул. Он говорит, что если вы хотите все увидеть, так мне нужно начать сначала, от первого человека, который не выполнил то, что я ему сказал сделать, потом потоп, потом Вавилонская башня, потом то-то, и вы поймете тогда всю эту историю, откуда она взялась, потому что все это причинно-следственные связи. Теперь другой мудрец, он объясняет по-другому этот ответ. Он говорит, вообще не так было. Когда он сказал, молчите, или я разрушу мир, он имел в виду совсем другой Бог. В этом мире мир существует для того, чтобы человек... Он служил Богу, то есть он служил, это тоже не то слово. Когда человек, он хочет выполнять то, что Бог ему сказал выполнять, он выполняет то, ради чего был создан мир. То есть человек был создан для того, чтобы идти к Богу и подняться на свой божественный уровень, соединиться через свою душу с Богом, это как бы цель мира. То есть этот мир существует для этой цели, это его конечная цель, соединение человека с Богом. Теперь, если человек, он не двигается, а через что соединиться? Через выполнение заповедей и служение Богу. То есть Бог сказал, эти действия делай, поднимаешься. Эти действия делаешь, грех, опускаешься. Теперь, если весь мир начинает опускаться, то в какой-то момент срабатывает датчик давления, что у мира нет заслуги на существование. То есть мир этот, он уже, как было, вот мы сейчас изучаем недельная глава про потоп. То есть, когда мир полностью извратил, вся плоть, весь мир извратил свой путь, Бог вынужден был стереть программу и сделать заново от Ноаха новое человечество. Теперь, когда у мира нет заслуг на существование, идет, то есть люди не забыли про Бога, не делают заповеди, не делают вот эту духовную энергию, не вырабатывают, то в какой-то момент, срабатывает датчик, мир уничтожается. Теперь, есть люди, которые каждый из них, человек, который служит Богу, который служит Богу, бывают такие любители, да, он там раз в день что-то сделал божественное, типа чуть-чуть, знаешь, ну, как бы не зря вчера кушал, да, он всю эту еду вчерашнюю, чуть-чуть он там зажег какой-то свет, да. Есть люди, которые целый день, они прямо духовную энергию вырабатывают, садики, такие профессионалы, просто динамо-машина. Доброе дело, заповедь Тора, доброе дело, заповедь Тора, прям они... как крутят динамо-машину духовного существования мира. Но иногда у праведников тоже не хватает их энергии, то есть мир все равно спускается, давление падает. Самая высшая точка выработки духовной энергии – это отдать свою материальную жизнь, это называется «умереть кидуш Ашем», то есть «осветить имя Всевышнего». Когда ты за свою, ну, за веру в Бога, ты говоришь, я настолько верю, что меня вот это вот тело мое вообще меня не пугает. То есть ты... Вера сильнее, чем инстинкты, даже чем самый главный инстинкт, инстинкт самосохранения. И когда человек готов умереть и идет на смерть, говорит, а что мне, я сейчас делаю шаг туда и иду в рай, я так верю в Бога, что я вообще с Богом, я одно целое, да, то в этот момент он вырабатывает духовную энергию, которая хватает на существование мира там, на ближайшие 10 лет. То есть он столько делает. Когда эти 10 праведников, он поднялся на небо, он увидел, что у мира сейчас большие сложности. И они, только они своей вот этой смертью, они, для них это было вообще, как Раби Акива сказал своим ученикам, он говорит, парни, это для вас это страдание, это вы удивляетесь, для меня этот мир ничего не стоит вообще. То есть я как бы, ну, это отлично, вы не понимаете, мне повезло, это джекпот. Я всю жизнь делал заповеди, но я делал заповеди, ну, это для меня легко было. То есть я настолько верующий, мне что,
что встать в 5 утра, что в 3 утра, что вообще не спать, что, ну, то есть я этим живу. И была только одна вещь, которую я не мог выполнить, это умереть, освящая имя Всевышнего. И тут мне так повезло, капец, вообще. Говорит, это вы со своей любительской точки зрения, которую вы цените этот мир, цените его удовольствие, вы думаете, что я сейчас страдаю. Я вообще не страдаю, сказал Раби Акива. И вот этот мудрец, мне ближе его объяснение. То есть они говорят, ну какая разница, все равно умирает. Они все были уже, им там по 100 лет было, да? По 100, ну, ему было 120, Раби Акива, им по 100, да. Они говорят, так, слушай, так нам повезло. Понятно, да, идея? Теперь нам вот этот вот 20, давайте еще раз вернемся и закончим сегодняшний урок. 26 отрывок, что наказание для праведника нехорошо, и также нехорошо бить людей праведных за их честность. Это как бы вопрос на Бога. Ответ. Затемняет свои слова тот, кто знает, как оно есть на самом деле. Потому что, ну, когда ты объясняешь, как оно есть на самом деле, большинство все равно это не поймут. Поэтому тот, кто понимает, понимает. И хладнокровный человек, у которого есть глубокое понимание, он понимает, что этот мир – это мир лжи, страданий, боли, обмана. И весь этот мир, он весь мир страдания. Царь Соломон, который это писал, он в Каэлите, в Экклезиасте, он сказал, что, говорит, плохо тому, кто родился. Тот, кто умер, он ему лучше, чем тому, кто живет. А те, кто вообще не рождались, вот им вообще повезло серьезно. То есть это вообще реально те души, которые не зашли в этот мир, им повезло. То есть мы уже оказались здесь, так мы всю жизнь проводим в погоне за какими-то удовольствиями и боимся отсюда выскочить. Но выскочить по-любому придется. Нет человека, который бы здесь остался. И царь Соломон, который это знал, он говорит, что да, действительно, смотришь на мир несправедливо вроде, больно, наказывают, притесняют, обижают, много обмана, лжи и так далее. Он говорит, но тот, кто понимает, что это, ну, мир живет не по законам Бога, так он затемняет свои слова. И последний, 28 отрывок в главе. И также он говорит, Эвиль, это грешник-скептик, он, когда он промолчит, он будет хахамом, он будет мудрецом. То есть, если он на эту тему промолчит, он будет мудрецом, будет считаться мудрецом. И тот, кто закрывает свои уста, он понимающий. То есть, тот, кто на эту тему не будет говорить, он понимающий. Поэтому, когда я как-то задал вопрос Рав Бенциону Зильберу, говорю, Рав Бенцион, а все-таки, ну, объясните, почему была катастрофа, все. Он говорит, я на эту тему не разговариваю. Вот он говорит, я на эту тему разговаривать не хочу. Потому что разговоры на эту тему, они уменьшают у меня любовь к Богу. Вот так вот, прям дословно так он мне ответил. И он, все равно мы понять не можем. И интересно, что Любавичский Рэбе, он тоже говорил, я, говорит, все, кого убили, были праведники. Нельзя говорить, а потому что их убили, что они что-то не так делали. Он говорит, вообще запрещены все разговоры на эту тему. Все садики, все праведники. Почему? Это Бог, он хозяин мира. То есть, понятно, у Рэбе Любавичского погибли, там, родного брата убили. Там, ну, у него почти вся семья были убиты в концлагерях, там, со стороны жены и так далее. При этом, как он любил мир, как он любил людей, сколько у него было, ну, вот, любви к людям и радости в жизни, мало у кого из людей такое есть. Все, друзья, удачи, успехов. Давайте подведем итог. То есть, итог такой. Первое, надо радоваться. Второе, значит, не надо гневаться. Третье, взятки надо давать только с хорошей целью. И четвертое, не надо на Бога задавать слишком много вопросов, он делает все хорошо. Вот Саид Макаев сказал ужас, но нет, все прекрасно. Мир прекрасен, Бог мир сделал мудро, хорошо, правильно, и это его мир. То, что в мире много зла, это наша ответственность, что мы живем в том мире, в котором мы допускаем, чтобы было зло. Но, в принципе, мир прекрасен, и Бог свое сделал, да, Бог свое, как бы он сделал прекрасный мир, дал его нам, а мы уже, ну, что из него сделали, то и получаем. Все, но теперь каждый из нас свой внутренний мир должен сделать прекрасным, добрым, веселым и веселиться и радоваться. Все, удачи, успехов, шаббат шалом, прекрасного дня и замечательно, да, вокруг все хорошее, много хорошего. Вокруг, в людях, в себе надо замечать все хорошее. Радостная и счастливая. Все. Удачи, успехов.